первая игра очередного тура, где Ясенева практически в два раза отстает, точнее не отстает, а лидирует над Кивс Альфой за счет 3-2-16. С нами один из игроков, это Андрей Данильченко, команда Кивс Альфа. Здравствуйте. Привет. Если кто не знает, Андрей является по совместительству руководителем команды Мейджор, которая в этом году на Лиге развития заняла первое место. Андрей, за счет чего удалось этого достичь? Первый вопрос. Это слишком широкий вопрос, он в 2 минуты не уложится. Не уложится. Здесь, да? Много философии, много дипломатии, тренерский подход в лице некоторого человека, который является в данный момент оператором. Он команду из выдающихся всех лидеров, всех ролей смог как-то найти подход, что-то сплотить, и в итоге вылился очень мощный коллектив, просто, как говорится, для Лиги развития просто танк. И вот успех, как говорится, получился закономерно. Ага, помимо того, что была дипломатия, тренерская работа, баскетбол был вообще в команде или нет? Баскетбол, ну, в команде прежде всего собрались все выпускники спортивных школ, даже выпускник ВК «Химки» Серега Логачев, MVP Лиги развития. И поэтому там уже все было по-умному, все стратегически грамотно. Баскетбол, как говорится, на высочайшем уровне и даже, как говорится, хороший задел на МБЛ. МБЛ, понятно. А возвращаясь к турниру, как попал в команду? Ну, с Андреем Калитаем мы очень давние друзья, очень тесно общаемся. Он в свое время играл на корпоративном чемпионате за мейджор. Вот. Здесь тоже как-то пообщались и вот пригласил попробовать. Вот. У нас команда мейджор на данный турнир не получилось заявиться. Вот. А с Андрюхой, вот, как говорится, заодно пригласил побаловаться. Понятно. Как оценишь свое выступление в составе команды? Ну, честно говоря, плоховато. Раскачиваешься? Сказывается травма колен, как и ты весь перебинтованный. Поэтому чуть-чуть прыжка не хватает за лето и весна. Ну, короче, слабо, очень плохо. Так, ну прибавишь 3 раза, наверное, будешь, да? Естественно, сейчас постоянно, ну, раз в неделю как минимум игра, плюс еще тренировочка. Я думаю, будет все в порядке. И? Кивс Альфа должна победить в любом случае. Хорошо, спасибо.